Да, лишь бы не уронить. Опа, есть. Красавец такой. А? Всем привет. Приехал сегодня на рыбалку, на речку. Речуха маленькая. Сейчас покажу. Вот такая. Ну, короче, в ширину 7 метров она, наверное. Вот. Когда-то пару лет назад, года 2, наверное, я здесь ловил нормальных таких подлещиков. Клещи, подлещики попадались, устера, плотва, окунь. Так, сегодня что я взял из наживки? Из наживки взял опарыша и червя. И две поплывочки. Вот такие. Небольшие. Ну, одна как запасная, быстрее всего буду ловить на одну. А там дальше посмотрим. Может, какая-то поклевка будет. Сегодня 10 апреля, 24 год. Ну, пробуем. У нас вот 3 дня уже погода держится, тепло. Ну, футболка еще так себе, но в кофте можно ходить. Всем приятного просмотра. У меня тут 2 крючка на удочке. Сейчас одену 2 опарышей на низ, а эль наверх. Да, крючки такие толстенькие у меня. И червя один. Посмотрим, на что клюнет. Я понимаю, что еще рановато для нашей области тут. Блин, ветер страшный. Ставим червя. Рыба кусочку папы. Залазь назад. Мотыля нет, жалко, блин. Было бы на мотыля попробовать. Но нету. Будем пробовать на то, что есть. Куда-нибудь он туда закину. Давай. О. Ну, будем смотреть. Ну что, я поплывок закинул. Ну, ждем поклевочки. Ну и закинул вон туда. Пока на эту ничего нет. Тут подальше закинул просто. Бля, взял, вот он. Бля, лишь бы не уронить. Опа, есть. Красавец такой. А? Фу, блин, вообще на мелкоте он там. Красавчик. Вот это да. О, блин. Нормальный прям такой, да? Офигеть. И не думал. На червя. Это да. Я и сетку даже взял. Я вообще не думал, что я поймаю. А тут такой красавец. Блин, сейчас как воду опустить, это да проблема. Да. Что можно навернуться. Это да. Короче, на эту поклевку увидим. Он что-то это. Я поначалу подумал, что ветер спит. Он что-то и положил, и потянул. Непонятно. Ветер страшный. Червя сожрал. Что он так потянул, короче. Но это я не думаю, это я думаю не ветер.
уже радует. Да, сожрал. А ну-ка. Да, блин, прикиньте, сожрал. Я оставлял носик у червя. Нету. Ха. Посмотрим, что за зверь тут водится. Что-то не пойму, поплывок что ли ложится, что? Или это ветер его только? Не, он лёг. О, вот тут зверь такой. Он. Малёк. Иди. Плавай обратно. Можно было бы на живца, на щучку. Взял бы коту, но кот, короче, не ест у меня рыбу. Не знаю, что за кот у меня такой. Ну. Подлещик у меня такой нормальный попал. На опарыша эта удочка стояла и нифига, короче, не клюет опарик. А вот червяка ставлю. Идет. Вчера, короче, купил. А, позавчера. Купил, короче, крючки с фикс прайса. Думаю, дай попробую. Ну, блин, нормальные. Похоже на кобру. Там 50 рублей 100 штук, короче. Думаю, дай возьму ради прикола. О, блин, ловят. Такие дела. Давай, что-то. Да, это поклевочка. Короче, столько закинул, сразу клюет. Иди сюда, звереныш. Что это у нас? Ротан, что ли? Не тут уже и в речке. Червя отдала. Иди. Иди плавай. Знаешь, тут ротанчик водится. Такой пучочек ставлю. Пока не клюет, иду поищу, может, еще места есть какие-то. Сегодня ветрено сильно. Да, но я когда сюда приезжал, речка была полная, сейчас что-то вообще. Ну тоже такое неплохое местечко.
я думаю приехать и на донке попробовать. Потому что на поплавочку это тяжело очень. Если течение не уносит, то ветер его уносит. Да, смотрю, что сегодня народу нету. Еще неохота. Ну здесь, да, тут течение. Просидел я еще 2 часа и нифига. Короче, едем домой. Я уже собрал уточки. Ну, на жареху пойдет хоть один. Ну что, ладно. Всем хорошей рыбалки. Все, я погнал.